экипаж. Вот это дрифтинг, сука, опасная штука. Хули Сильвии, ёбана, КамАЗы ролят нынче. Просто КамАЗы. Тихо, тихо, тихо.
Ёбаный в рот! Он же там! Да. Вы все, да? И такое бывает, да? А калай тут всякие тычки. Вот дает, да? Еще кетка алдынан да бір сөз жіберіп ол. Участвовал, ведь это олимпийская медаль, выше олимпийской медали ничего нету. Так что я очень горжена своим результатом. Сегодня по ходу заездов не было, вот аппетит приходит во время еды. Ведь можно же было еще и замахнуться на серебро. Ну да, можно было, и мне кажется, немножко меня это как бы сбило с концентрации, потому что мысли разрывались и о медалях, и о прохождении трассы. Очень много было мыслей, и я пыталась абстрагироваться, но как-то частично это удалось. А за что вы можете себе сказать, что не все удалось вот в последнем заезде? У меня ошибка на первых двух виражах, вот, и не смогла ее исправить, и пока не знаю, почему, может, волновалась немножко, может, еще что-то. Вот так мы поздравляем Елену Никитину с бронзовой медалью. Надеюсь, что этот вид спорта будет очень здорово и быстрыми темпами развиваться в нашей стране. В завершение, Андрей, хочу сказать вот что. Краем глаза смотрю за соревнования мужчин в произвольной программе. Как же распространение Плющенко снялся, потому что лидеры, как я и предсказывала, сегодня дрогнули и довершили очень и очень много ошибок. И вот Женя сегодня вполне мог бы получить для нас очередную медаль. Большое спасибо Виктории. Виктории Колосова, наш корреспондент, который успевает абсолютно все и посмотреть на фигурное катание в мужчин-одиночников и, естественно, увидеть, как Елена Никитина сегодня завоевала бронзу в соревновании скелетонисток. Ну а сегодня чуть ранее прошли первые две попытки в мужском скелетоне. После второго заезда лидирует Александр Третьяков. Мартин Дукурс второй. Его отставание от россиянина 56 сотых секунды. Третьи и четвертые попытки пройдут завтра. И вот что сказал сегодня Александр Третьяков. Удивление предстартовое всегда есть. Просто это гигантский. Вырабатывается адреналин большое количество. И просто надо направить его в нужное русло. На старты, по трассе. Вот и все. Сергей сказал, что у вас есть преимущество, что вы очень хорошо знаете трассу. Это так? Ну да, мы здесь очень много катались. Практически тут как дома, она очень нам знакома, это очень сильно помогает. Благодаря этому чувствуешь себя уверенно. Давай, давай! Сегодня в Экзоне говорили, что гонка днем, значит, Третьякову это должно помочь. Это так? Ну, не знаю, мне нравится, когда соревноваться и утром, в обед, вечером. Понятно, что вечером сложнее, весь день надо чем-то заниматься, настраиваться.